вами ебаный Эпик. Смотрим вторую игру. Противостояние денежного X-файлов и Найпа с Прадом. Хочется, чтобы братки что-нибудь показали интересное. Так, что это 20? Минер какой-нибудь, да? Наверное. Калит. Видимо, у Прада не все хорошо с пиком. У Стаса снова арчи. Все понятно. Так. А братки ХФ снова начинают через два юнита. Ну, то есть каждый ставит по одному юниту лишнику. Вандига имеет плохую скорость атаки. А, они решили поменять сторону. Видимо, Матрикс будет сам отводить. Вовремя пауза. Ну, короче, Вандига будет медленно бить, по чуть-чуть хавать Нео, а Матрикс будет зевсами хавать в начале. Ну, то есть Пира он сожрет, там, наверное, процентов 90 от волны. Вот, и особенность Вандига в том, что он будет планшотить первые три волны. Вот. Но все равно фарм здесь весь будет у Матрикса. Вот, и в принципе снайпера уже хорош пик для начала, им можно тащить. Так что посмотрим. Так, что там, брат? 5-1. В прошлый раз было типа такой же ситуации, то есть арча убивала медленнее, чем деф у X-файлов. И поэтому, видимо, на X-прадом кидали орков в той игре. Так. Тут получается так, что у Матрикса не хватает напира. Все-таки Вандига подожрал неплохо. Отвода нет. И этот Матрикс поставил трех снайперов, сделал рерол. Видимо, у него ничего нет. И продавать ему будет нельзя текущих юнитов. И отвода у них нету, блядь. А им, короче, идет Урса, Арчи, Хермит. Ну да, подумали, что сплэш все-таки есть. Здесь, наверное, две Арчи. Ой, две Урсы, имеется в виду. А здесь Найп решил сыграть в соло с подстраховкой из одной Арчи. Ну хз. Смотрим. Посмотрим. Пока здесь... А, у Вандига ХП не видно было. Ну, арчи дефают. А эти пускают теперь 19 штучек. Обратная ситуация. Ну, я думаю, они здесь пустили из-за отвода больше. Ну и то, что не хватило на пира, а то не очень хорошо здесь.
Не часто увидишь Хельмита на вторую волну ЗСУ. А сейчас Праду, наверное, может даже хватит на Беспа. Ну, на двойку ему вряд ли хватит, ему тогда отвод придется продавать. На Веспа, да, хватило. Так, что Найп делает? 4-1. Здесь Хермит. Еще Висп. Еще отвод. Что-то пацаны жестят. Они хотят таким же раскладом дефать третью волну. Очень рисково. Ну, хотя бы отвод достроили. Их счастье, что Найп с Прадом ничего не кидают. Хермит-то тут ничего не сделает. Так что тут можно и смотреть. Мне больше интересно, как они без осылы дефнут третью волну. Мне кажется, это очень опасное занятие. Хотя более-менее. Да, дыхнуться. Ну, блин, будь тут урса какая-то, да? То изи пропуск. Он должен апаться пира. Ну, хотя, что у него там еще есть, интересно. 70 еще. Возможно, кантилега за 70 есть. Вот-вот. Ну, вот, красава. Из разряда яиц. Отвод хороший. Так, здесь капитан. Опять же, крутая аура на ДПС под арчей. Все здорово. Найп уже себе 5-2 намутил. Даже 6-2 делает. Заслали они на 4. Много мелочи и кадоя. Ну, пира только 2. Добавился здесь капитан. Интересно. Мне больше интересно, почему... А, ну, вот, скорее всего, из-за капитанов Нео и не стал реролить пик. Может, у него еще, конечно, есть что-то, но что-то я сомневаюсь. То есть, если бы у него было что-то имбовое, скорее всего, какие-нибудь танки у него есть. Ну, либо причина это капитаны, либо не только капитаны. Просто отвод у него дерьмо. За 10 Т5 говно. Вот у него есть капитан и ХЗ. Что еще у него есть? Короче, тут пропуск минимальный, легко отделались, так скажем. X-файлы. Так, Стас сделал 6-3. Сейчас он себе апает ферму, закажет он себе виспа, апнет четвертую арчу. Так, а Прат себе закажет 6-2. И в этой игре, скорее всего, X-файлы будут слать на 8. Ой, фу, на 7 сразу много. Не будут они повторять ошибку прошлой игры, кидать там на 5. Или куда они там слали? Я уже запутался немного. Да, они на 5 кидали. Вот. Так, ну окнулась торча. Отводик. Ой. Не самый сильный отводик. 6-2. Нео копит на 7-2.
Матриксу здесь придется остаться 4-1, я считаю. Потому что ДПСа здесь не супер много, плюс отвод нужен еще вот из тележек. Всего 2 зевса. Ну это уже неплохо, но лучше бы их было 3 или 4. Ну, под капитанами в любом случае неплохо это все смотрится. Так, Нео. Не стал себе заказывать сразу двойку, а заслал. Так, закажи двойку-то. Алло. Или они заслать хотят побольше. Короче, они арчей прочитали, кидают на 6. Виверн, Урс. Так, здесь 2 Хеллбрида. У Матрикса есть медведь. Кстати, довольно хороший вариант под 7-ю волну. Да-да-да, вполне хороший вариант. Так. Ну, Нео заслал. Нео заслал. А чё, хернитов нету, да? А нет, один здесь. Во второй пачке. Так, Виверну убили. Неплохо получилось. Тут они тоже убьют Виверну. Ну, деф, что, нормальный бот, скорее всего. Но... Ну, вот и все, как бы. Человек отлучился. Посидим пока. Потупим, так сказать. Ну, имеем мы преимущество. Снова у Найпа с Прадом. За счет арчей. Опять у X-файлов проблемы. В итоге будут. За счет просадки. По ламберу и инкому, скорее всего.
Так, чё тут? Нихуя не изменилось, да? Нет. Ну да. Хуй знает, сколько прошло. Пойду пока на кухне, по шаманю. Музычку погромче, ебану. Рекорд Мегамикса.
Блять, что там, ноутбук охуел, греется, блять. Так, время 8, блядь. Сейчас я засеку время, поставил его готовиться, блядь. Чтобы не проебать, а то сгорит все нахуй.
Джек Дон подъезжает минутку, две и гол. Ну, отлично. Пора убавлять, наверное, потихоньку. Так, все, пошло Рубилова. В итоге у них весь засыл в никуда ушел. Лучше бы Кинга апнули, наверное. Так, сами засылают. Доксуя орков на сей раз снайп 7-4 не стал делать, потому что на 5 засыла не было. Так, ну чё, нужна ему ферма. Ферму, видимо, сделал, либо, ну да, Феникс, еще один капитан. Даже решает торчу не апать. Пятую. Прат. Делает виспа. Так, здесь апнулся гризлик. И что? И сделался отвод неплохой. Вот. А Нелло поставил стимроллером на танкующую позицию. Ну, в общем-то, нормально, я думаю. С учетом того, что они сидят там 7-1 и так далее. Должны неплохо дефать. Но все зависеть будет, как орки зайдут. Блять, отвод просто развалился, блять, в секунду. Что за жесть? Медведь вышел под фокус.
Что-то полная вакханалия происходит. Засыл прям. Орки покарали. Орки почти все живые. 1, 2, 3. 3 что ли всего? А нет, 4. 4 орка выжили. А их там было, наверное, штук 6 или 7. Так, ну, тут как бы 2 хила, если не ГГ вообще. Будет неприкольно, если ГГ. Так, нет, ну вроде должны они выжить здесь, но второй хил у них уходит. По идее. Нет, тут урфу надо бить. Потом волну пустить в этих, в оставшихся. Но тут все равно хил, по-моему. Хил! Хиляй! Сало. Ну, думаю, сейчас они должны вам версии сделать. Да. Инста заказывать сламбер. Тут же пацаны опять апнулись по-жесткому. 7-5. 7-3. Найп. Что-то думает. Киника, конечно же. Если уж он решил пятую орчу не апать, то апаешь Тини или капитана. Мне Тини больше нравится здесь. И опять же у них десятую волну. Неплохой потенциал дефнуть. Да, что-то с файлом не прет. Ну, не то, что не прет, но выбирают они либо засыл не туда, ну, точнее, две игры они заслали не туда. Там они кинули варчей на 5, здесь кинули варчей на 6, но не пробили. Вот. В этом вся проблема. Так, ну чё. Давай, 7-7. Красавчик. 7-4. Второго тени. Так, здесь еще один медведь добавляется. То есть такой набор милишников суровый будет. Микс-файлов. Так, ну будет ждать 7-5 по-любому. Так, здесь 7-4 сделается только. Ну тут сделается 7-5 и апнется медведь. И все, наверное. И будут, наверное, не десятки кидать обязаны. У них слишком маленькие инкомы. Вот в итоге и просадка. Здесь по 90, грубо говоря, а здесь 33 и 63.
Так. Ну, Кинг по стандарту апается на арчах. Хотя они и дефать, по идее, могут вообще неплохо. Капитан, наверное, апни. Капитан. Нахуя тебе этот, блядь? Апни капитан. ДПС увеличишь. Странное решение. Ну ладно. Так, медведь. 7-5. Интигуля. Ну, так. Снова хилов нет. Можно убивать много где. Так, засыл туда идет. Чуть мелочи вместе с боссом. Так как же тиники лещей-то дают? Бах, 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 бах. Ну, хороший деф, чё. Пропуск двух, по идее. Или добьют мне этого. Добили. Отлично. Тут без засыла один. Тут они еще умудрились как-то поровну забрать, видимо. Что она его хватило на 7-6. Так, кидает. Снова на аренку, да. 7-9. Что, украда? 7-6 только. 7-8 не получается у Матрикса. 7-7 у Нео. Так, накидали они что-то еще. Урса. Арчерки. Две игры подряд арчи выигрывают арену. Ну, как сказать, арчи. То есть не фул арчи. Ого, 7-10 аж. Ну, мне кажется, тут снова без вариков у X-файлов. Им нужно сидеть 7-7. Иначе ничего не получится. Потому что просадка будет, либо им на аквад слать. Ну а если они кинут, то они руки развяжут. Тут опять снова есть деф 17 в виде тиников. Деф 15 в виде фениксов. Аура в лице капитанов. Отвод, правда, не самый хороший. И вот что делать? Куда-то копить. Вопрос только куда? Можно на 14, кстати, кинуть. Попробовать. А, но после этого
руки будут развязаны, конечно, но и по спрадам. Очевидно, что кинга нет у ХП. Им нужно как-то рисковать. А к тому, что они могут, допустим, у них кинг сейчас есть, им на 10-й кинг, ой, на 14-й, допустим, кинут, они там дефнут кое-как, там пропустят, допустим, 3 штук, хп чуть-чуть подточат, и могут кинуть на 15-й, блядь, много. И, а тут кинга нету, да, и деф нечем, в принципе. Так что тоже такая затея авантюрная, я бы сказал. Ну вот это уже интереснее. Гидра против 15. А у Нео есть стимроллер. Ну, блядь. Под гидр, конечно, лучше мутантов или Нео. Но тут выбирать не приходится. Стимроллер. Стимроллер, конечно, тоже пойдет. Хо, тут еще и дерево. Ну, это пиздец. Так, Матрикс решил себе сделать 7-8, имея 70 инкома. Ну, точнее, даже не имея 70 инкома, он решил вложиться еще в амбер. Ну, я думаю, что это 14-я волна, больше тут некуда слать, то есть... Если они надеются, что две гидры игру вытащат, допустим, на 15-й волне, то... Глупо так думать. Мне больше нравится вариант. Наверное. Так, что тут по лесу? Ну, поскольку у них появились деревяшки, опять же, они могут вталовать. Сидеть и копить на 17, например. Но они видели стимроллера. Мне кажется, они реально на 15 захотят. И кинут они, блять, много. Да, 14 выбирают. Я и думаю, то, что X-файлом размен абсолютно не выгоден. Хороший вариант кинуть на 14-й и выманить тем самым засыл на 15-й. Плюс тут гидры появились, это хоть какой-никакой, но шанс дефнуть эту 15-ю волну. Вот, поэтому, наверное, 14-я волна реально неплохо смотрится. Опять же, куда мелочь столько. Тут три деревяхи будет, как бы это, блядь, и деф. Печально. Не везет с файлом. Но у них такой творческий пик, я бы сказал. Пик. Тут сначала арчи, потом, блядь, деревяхи, ауры еще хорошие. Что за жизнь?
харчи, некор, блядь, рефлект, деревяшки, блядь, пиздец. Почти идеально, блядь. Чё ещё сейчас? На сплэш загнать только хз. Драконов каких-нибудь. Да, кидают они на 15. А пропуск будет совсем маленький. Если он вообще будет. Даже пропуска-то не будет. Ох-ох-ох. Не, ну они-то не знали, что тут как бы деревяхи. Это все пробивалось бы, если бы деревях не было. Ну, блядь, что-то не знаю. Где? Блядь, не хватает именно апгидрита, бля. Атомы тролля, танк. Ох, печальные дела, дела печальные очень. Тайт вот-вот, нормально. Я думаю, что их сейчас разъебет. Кинга нет. Нихуя нет. Никсуя нет. Засыл большой, много вот этих варлоков, всяких телег. А это на самом деле сильно решает. Но танк в хорошей позиции, он прикрыт гидрами еще и милишниками. Но здесь уже все выходит. Бля, куда ты выехал, даун? Еще и, блядь, стакните демона или убейте его нахуй. О, убили демона. Но, блядь, кинга-то нету. Ну ты говори, чё, кинга-то нет. Что-то тут есть. Три телеги, три варлока. Демон, блядь. Крякин. Не, ГГ. Интересный, кстати, вариант был бы им апнуть кинга, типа пробуя дефать с гидрами, с фул кингом, а они бы, наверное, дефнули, блядь. Хотя хуй знает. Хуй знает.